Какая красотка. Ты с автобуса не переплеталась? Угу. Местоположение даже не ищет, понимаешь? Знаешь, как он смотрит? Или просто и натупит. И хочешь мужчину? Повторяешь? Может, не хочешь? Да. Она такая, оу. Считай, как будто я видео снимаю, пою. Чем петь? Ля-ля-ля. Так, ля-ля. Вот так. Как клетку несу. Да. Сейчас. Сейчас, подожди. Это было МБА. Вон МБА. Все хорошо. Сейчас. Классно. Сейчас, подожди. Давай, это будет. Ущербный просто. Я не вижу, что тут. Настя. Здравствуйте, док. Летку не трогаю. Мы живем с волейболистами, с футболистами. И все вот такие вот карлики. Ну, кстати, какого не года еще? Нет, еще парочку высоких прошло. Блин, дурачок. Я тебе хоть пальцем, а не полотенцем глаз. Волосы не вырвала. Данил смотрит. Адам. О, Адам. Адам? Да. Это такая песенка Пасха. Называется как это? Пасха. Под чем мы? Мы под Сагдианой. Пасха. Ты просто понимаешь, что... Жить очень круто здесь. В комнатах Wi-Fi нет. Приходится ходить из нашего корпуса вон того. Да. Вообще прям жестко. Юль, тебе придется к Диану? Угу. Мы город Воронеж. Спортбаза Сагдиана. Завтра играем с Воронежем. Только сегодня утром были в Курске, уже в Воронеже. Слышишь, я зашла. Мы нашли Пасху. Давай. Сегодня утром я услышал друг. А, нет, сегодня утром вдруг услышала. Я от собора шел, колокольный звон. Почему же там вдруг ажиотаж? Как же мог совсем забыл закрутиться? Я припел. Ведь это Пасха! Ведь это Пасха! Съешь кулич, если ты веришь, что Христос воскрес. Ведь это Пасха! Победи всех вокруг,
сохрани свое яйцо. Ведь это Пасха. От собора шел колокольный звон. Но почему же там вдруг ажиотаж? Или поколол. Что? Христос воскрес. Из мозга Пасхи давно уже поколол. Сохрани свое яйцо. Да, Пасха. Победил. Молодец. Только не сожри его. Это Пасха. Съешь кулич, ведь в ответ воистину воскрес. Да, по коридору. Это православный праздник. Привет, Антонина. Да. Ведь это Пасха. Христос воскрес. Да. Юн, сунь свои глаза ко мне. У меня карие. Христос воскрес. Это Пасха. Скачать. Останки Василий. Юль. Почему мы место положили? Пасха. Ты скачиваешь это Пасха? Сидим, короче. Шоу колокольный звон. Ведь это Пасха. Съешь кулич, ведь Христос воскрес. Все, мы с вами заканчиваем нашу подкастную трансляцию.